На набережной реки Купеленко многолюдно. Помимо отдыхающих, здесь можно было встретить волонтеров, приводящих прогулочную зону в порядок после зимы. Все они – сотрудники временно закрытой сети ресторанов «Макдональдс». Не только из Ленинского городского округа, но и с юга Москвы. Стараемся помогать по всем объектам Ленинского округа. Вот, уже были в историческо-культурном центре, также в Дворце культуры были вот, напротив администрации. Вот, и вот сейчас предпоследний наш объект был – это библиотека. Вот, там мы наводим также порядок и участвуем именно в организациях мероприятий для детей. Вот, стараемся сделать жизнь интереснее. Субботник активистам помогло организовать управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа. Инвентарь ребятам выдала компания «Торсервис». Собираем именно опавшую листву, которая была еще с прошлого года, вот осталась. Вот, но часа 4 где-то, я думаю, мы управимся, потому что у нас сотрудников много, вот, волонтеров много. Всего в уборке территории набережной реки Купеленко приняли участие 45 волонтеров. Я думаю, что всем стоит участвовать в такой деятельности, потому что это как бы и обществу полезно, и себе полезно, потому что после таких действий ты сам себя чувствуешь очень хорошо, потому что ты, считай, обществу какую-то пользу принес. Мы решили помогать, без дела сидеть тоже не хочется. Есть такая возможность, почему бы не помочь. Часто вот участвуете в таких вот? Я сегодня нет, первый раз. Первый раз, да? Ну и как ощущения, устали? Нет, пока не устала. Да. Ну, не жалеете, что, в общем, пришли, все-таки ветер так прохладненько? Нет, погода хорошая. Не жалею. Своим примером ребята вдохновили некоторых отдыхающих тоже взять в руки грабли и присоединиться к уборке. В ходе субботника волонтеры собрали более 35 мешков с мусором и листьями, которые вывезет компания «Турсервис». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, «Видное ТВ».